Урок 16. И на этом уроке мы познакомимся со следующей буквой арабского алфавита, буква Шин. Давайте посмотрим, как пишется буква Шин. Это буква Шин. Давайте еще раз напишем. Как вы правильно заметили, буква Шин похожа на предыдущую букву Син. Давайте напишем их вместе. Это буква Син, а это буква Шин. Таким образом, отличие всего лишь в точках. У буквы Син они отсутствуют, а у буквы Шин их целых 3. А теперь давайте правильно произнесем букву Шин. Шин, Шин, Шин. Буква Шин мягкая. Не стоит ее произносить твердо. Шин. И не следует сильно выпячивать губы вперед, как делают некоторые. Шин. Нет. Мы их произносим. Шин. Мягко. Шин.